Вот потом. Ну я не знаю, нахуй тут бой еще как бы. Вот теперь цивейдился. Не, просто, ну, там мобы и... Встаем, бьем мобов. Окей. А не на, тут а, народ. Тут люди встали. Ну встали, заебись, значит, сумоньте хули. А мы пока бежим бить мобов. По фарме пока осколки, то вообще нету уже. Мифик, осколки есть? Вот, блять, не на одном пройдешься, так на другом, нахуй. И причем на такой хуйне, что просто пиздец. Вот эту всю залупу надо исключать, блять. Ну лаги, ладно, понятно, блять, вылетел человек. Да чепушил они вообще уматовые, сука. Уже бы давно поубили, сука, с этих лагов. Да, натуре. Пиндеры конченые. А хил какой-нибудь вообще бежит сюда или вы там все? Бегу, бегу, бегу. Так мы все стали там. Я рад за вас, блядь. Мы в бою вас не посумали. Ну, мы толстого бьем. Мы тоже в бою тут. Наверху. Если танк едет, навстречу идите. Да какой там. Там дохуя сильно трэша стоит. Собаки, вся хуйня тут. Ну вы понимаете. Сейчас одного добьем. Можно еще одну ленточку лутануть. А собак-то можно и не бить. Че, принимаем сумму? Тыкайте. Че это было? Темное облако. Угу. Челики, ну, толстый сдох, просто он под собой вызывает облако, оно не сразу исчезает. Они к нему зашли, блин. Принимайте сумон, ебаный в рот. Присыв начать, ждите ответа, блин. Ответа не привета, блин. Абонент, да, не в зоне дофига. Шектор, блин, а ты где? Сумоним. Я жду это сумона. Тебя тоже ждите ответа. Да, у меня ничего нету. Грилогайтесь нахуй. Логаюсь. Забагали, блядь. Сука. Баный проф. Не, в натуре, если бы не лагало, так, блядь, играть была бы песня вообще. Где-нибудь на каком-нибудь циркуле сейчас там, блядь, 10 тел лежат, там добивают, ебать, на изи, нахуй. В шмоте, блядь, в 230-м, нахуй. И смеются над нами, нахуй. О, говорит, Апсирус, нахуй. Рисовки ебаные, нахуй. Ну, мы играем в эту хуйню, нахуй. Лучше уж тут, нахуй, чем там, нахуй, на задроченном говне, блядь. Да там донатить это пизда, блядь. Два ксаря кинул, шеем пил чешку, волю взял, все нахуй. Киберкотлета. Ага. Игра а потом да? На арену зашел, тебе пизды дали и вышел нахуй. Первый же херов скриптер, блядь. Скриптер какой. Причем голый, да? Да, и там как говна водится. Малолетние уебки, сука. Так что тут, блядь, только серьезные люди играют, нахуй. Как мы, блядь. Те, кто может себе позволить купить чешку за 4 косаря. Кто может себе, блядь, прозрачные трусы купить на эльфийку, нахуй. А там, сука, кстати, это бесплатно. Да, кому что. Я кому хуйня... чешка, кому прозрачные трусы. Ну я такой хуйней не занимаюсь, блядь, если чё. Да ясно, нахуй. Шектор, блядь, ну ты где, нахуй? Захожу. Пиздец. Мы тут уже охуели, блядь. Давайте, сумоньте, все, зашел. О, прилетел. Упмастер, потому что так надо.
сколько бой на профи идет? 10. 10 или 12, я хуй знает. Сейчас посмотрим на таймер берсы. Все готовы на отчет. Стамина, все хуйню накидайте еще. Хотя бы 10 минут. Ну ладно, это так сойдет. 10 минут до берсы. Топовые лужи. Бля, я проценты хп босса не вижу, так смотрите сами. Надо. 83. 84. Не надо, блядь, запоминать. 82. Стоп. Проебете, сами будете виноваты. Вот 1%. Смотрите внимательно. Все в ваших руках. Стоп, стоп. Лежак, метки. Ну, блядь, до вызова 5 секунд вы переводите. Вон зеленый в зеленую хуйню. Ебать, я все лужи выпил. Красного бьем. Блядь, два друида, я в зеленый. Бидон, беги. Хуёво. Хильте бидона, кто там, блядь. Злобный там похили, я не знаю. Пихила в зеленом, если что. Ну вот, я про, это, бегает. Я про этот рандом и говорю. Ну зато красного убили пиздец быстро. Сейчас, когда дебаф исчезнет, помогите зеленого РДД. Сейчас дебафы исчезнут с вас. Или пельмени летят, отбегайте. Отбегайте, не попадите на пельмени. Так. Можем. Салфир, некромантика, блядь. Вы не можете не ловить? Сейчас был пол, там Unreal был. Unreal, блядь. Так дальше от профа отходите, нахуй, чтобы Рил становился, блядь. Сейчас зеленый, имейте в виду, появится. Эта хуйня взорвалась. Сейчас зеленый появится. Подводите обратно, бить надо. И то, и другое. Берегитесь. Пельмени. Вот нахуй. Сейчас лужи сюда полетят. Да, готовьтесь. Вот к черепку сбежали, сейчас лужи вылетят. Секунда. От лужи отбегайте от них. Берегитесь. Что это за пятно нахуй? Так должно быть. Пиздец оно мне, блять. Ага. Баганая, как салфир. Будет зеленый. Куклу тоже, кстати, хилить надо, а то я сдохну хуёво буду. Вадикон, ладно. Ну резнули, вставай, Мюфик, ты тут? Да. Вставай. Прием. Дамаг нужен. Мы хуй убьем так. Фу баф по нему. Красный появляется.
Ебать. А все видят под столом лужу нахуй или это баг какой-то? Нет, нет, а, не видим, видим. Я вот сейчас светит. Пельмени, пельменчи. Не знаю нахуй что это, блять. Она растет. Я рад за нее нахуй. И вообще вахуй, что это такое, я не могу понять. Мандикон сдох, Шектор сдох, как он сдох? Я умер. А может это лужа и есть нахуй? Скорее всего, блядь. Не знаю, что это баг какой-то, наверное, нахуй. Ложитесь, пизду. Тут какой-то баг, он зеленый, какой-то тень. Диван. Да, там да, лужит. И бьет нормально. Она где-то под полом или где-то, я не она знаю. На она на полкарты бьет, блядь, это пиздец. Она вон до метки добивает. Где-то красный. Где-то она... Она кинулась где-то, когда человека откинула. Ну, вон видно, блядь, ребит, нахуй. Да, что-то за хуйня, нахуй. Я где-то я такое уже видел. Военные технологии. Технология, блядь. Ну и чё там? О, есть. Синтек живой. Я, главное, подходил, выпивал. Потом пошел две эти пить. Посмотр... Лока рез и лока рез. Матрёна еще раз появилась. Хилов и лока рез. Сука, блядь. Пипик вон того же. В поиск спутников пишет серд разлагай. Да ну, блин, я не знаю, это прикольно, конечно, так играть. Блин, ну реально какие-то баганые лужи возле стола, которые хрен пойми на каком радиусе убивают. Покидайте тело, вас будут сумонить. Резать это дольше в 3-5 тысяч раз. Алло, блядь. А нахуй с ними, тоже покину тело и подожду, когда вы сумонете. Блять. Вот чинитесь, кто-нибудь чинит. Еще, блядь, два БР ушло, нахуй. Так пока не бьешь, вроде нормально все. Ну да. Начинаешь все. А релогнуться это, блядь, минут 5 надо ждать, пока оно там все прогрузится. Ай. Нам уж надо всем это настройки графики на минималку поставить. Да нет, это просто всем ГП дать нахуй за то, что они, блядь, с хуевым компом сидят. Ёбаный. Правильно, всех уволить нахуй, всем ГП. Песа, ну ты где, блядь? Войджиков играет, 4 FPS. Да, Войд, танк. Он если заслаг, это не играет, там 10 FPS у чела. Жрите рыбу, пока не исчезла. Да-да, я! Давайте быстрее надо начинать уже травить. Мы один трай за 30 минут даем, нахуй. На Оджи повесился. Угу. А мне на синтека или на злобного? Я хуй знает, нахуй. На кого хочешь. Похуй. У меня БР быстрее откадышит. Оджи готов? Да. Да я чё-то. Надеюсь, сейчас не будет лужи, нахуй. Пизда, меня выкинуло. Кого? Некромантку. Диспель куклу сразу, нахуй.
Просто ошибка, блядь, меня выкинул. Используйте сразу, падаем. Сдиспелите, ебаный рот. Хуйню там с меня. Кто там может? Падает. Дал такую хуйню нахуй. Шкаф стоит там. Сука, ебаная ТВП шарит. Так бы сразу масрезом один встал, всех поднял. С такой частотой падений, нахуй, как у нас, нахуй, эта хуйня не поможет. Там когда 10 минут, нахуй. Мы падаем каждые 2 минуты, блядь. Да натыкните. Мисман. Вот те мудаки, которые думают, что гильдии хуёвые из-за того, что они там не скиллованные, нахуй, это пиздец вообще. Это на самом деле, блядь, в натуре, если бы мы не лагали, нахуй, мы давно бы уже раздуплились. Как эту хуйню ебаную закрывать, да? С такими лагами хуй закроешь, блин. Ну, может, когда-нибудь понерфят, еще там 5 лямов отнимут, может, тогда уже будет проще убивать. Когда уже Т7 выйдет. Угу, в натуре, блядь. Когда уже, блядь, 350-й шмот. Т7 и так есть. 500-й гир у всех будет. Угу. Ну, мы такие в целка уже будем заходить, ебать, и убивать. Так. Как себе домой, чисто раз-раз. Такое говорить. Ну чё, помнишь нас? Может это, можешь пойти купить Т7, если ты хочешь. Прямо сейчас, блядь. Или в Наксе, да, выбить. Он там продается. Некромантика, принимай. Да, ничего не пришло еще. Значит, релогайся. Релога. Окей, чё. Чё, в Наксе бессмертном? Вау. Шутник прямо, блядь. Думаешь, просто? Фулбаф. Топа готов? Я сумунил все. Все готов. Так, даю чёт. Three, two, one. Здесь тело уже не появится еще раз, нахуй. Пойти на ПНС. Стоп, стоп, стоп.
Все. Че, мифик? А, да нет. Бидон вылетел нахуй. Быстрее, быстрее, быстрее. И топа вылетел. Да уже смысла нету нахуй. Тратить, блять. Эту хуйню нахуй. Хукмастер взрывает масло. Чё, хукмастер? Ну, уже строить без толку надо красного взорвать. Этот диспельтик углом падает. Ты ебись, блядь. Каждый тай теперь по два человека вылетают. Я хуею. Спасибо, Сирус, нахуй. Уебищная ебаная хуйня. Помойка ебаная. Пошли, может, по десяткам, нахуй. Я в рот ебал эту хуйню, нахуй. Ну, Синдром мы убили. Давай, давай дадим людям 5 минут это, прилогнуться, блядь, перезагрузить компьютеры, нахуй, чтобы они все. 5 минут, 5 ток. У кого все нормально, покурит, блядь, и все. Идите, так курите. Так видите, курите. Два человека кидывает одновременно. Это ну, уже блядь, сервак начинается. Ну, у меня вообще все нормально. Ну, это у тебя все нормально. Меня тоже до этого. Нет, если у, блядь, не у всех выкидывает, то значит это, блядь, что-то у человека именно. Идите, блядь, курите, дрочите, там всю хуйню делайте, там, блядь. Перерыв, нахуй. Минут 10 идите, блядь. Логайте, компы, нахуй. Провайдеров меняйте, там я хуй знаю. Ну, сразу же спросите, как увеличить ППС, блядь, он вам я в ДНС. По железу к Серджу. Все. Я его менеджер. Если бы Серджу железо раздавал бы бесплатно, нахуй, тогда мы вам заебись. Ну, так, было бы, на прокат, да? Возьму коп на прокат, блядь. У меня еще и в другую страну. У меня было 4 ФПС, Серджи скинул мне конфликт, стало 3 ФПС, это было, Серджи скинул, стало 4, нахуй. Ну, ебать, просто плюс 1 ФПС. У меня на здоровье. Вообще, помогло пиздец. Же, все, помогло. Спасибо, скажи, и все. Теперь не лагаю. Да тут что не делай, сам сервак лагает. Ну, на форум что лагает. Ну какой сервак лагает, если у меня ничего не лагает? Если бы лагал сервак, мы бы все тут нахуй задыхались, ну, блядь. Ну, все задыхаются. Не лагало, выкинуло. Меня ну, просто блядь, выкинуло, это... ничего у меня не лагает. Меня ну, выкинуло блядь, просто. Бывает, типа... Я вообще на замене, меня тоже выкинуло. Стрим чисто смотрел. Одновременно с топа и с бидоном. Ну вот, видишь. Ой, негры. Вообще ничего у меня не только рарка вылазит постоял. Периодически, но тоже хуй знает из-за чего. А так, типа, ФПС стабильно всегда высокий. Эти уебки, смотри. Новые посты там постят, нахуй. Ой, блядь, открытие на X5, нахуй, логово Грула, блядь. Ёбаные, блядь, сука. Сейчас там, блядь, сделают 200 лямов Моктеридона, нахуй. Челики там будут хуярить, нахуй. По полчаса этих королей, нахуй. Как у нас было, нахуй. Королей просто полчаса били, блядь. Прикинь, ну, полчаса, да. Нахуй. 30, что ли, или 40 минут, например. Ну, блядь. Пиздец там. Бля, пиздец, игра топовая, нахуй. А ты прикинь, слаг опять, блядь, заново. 30 минут. Я уже подумываю, во что поиграть, нахуй, заебало. Уже это Вовка с такой задроченностью. Need for speed. Да, блядь, какой for speed, блядь. Надо вот киберпанк да пройти, блядь. Там, говорят, какое-то обновление, нахуй, так его и не выпустили. Походу наебали, в этом году не будет. Почему будет? В среду выжу, вроде, как всегда. В декабре, типа. Там последний патч должны накатить, и все, они больше не будут игру обслуживать. Ну, они заебали, нахуй. С патчемся, блядь. А чё, у них проходка будет стоять потом, которую отменят, да? Или чё? На X4 была проходка к Моктеридону на EV, на Моктеридону и ВК? Да-да. Да? Нихуя себе. И ВК надо было пройти, да? Ну, я вижу, у них тоже будет проходка. И ВК, Каражан, и туда. А ВК там вообще, блядь, челики убивают 800 IQ, нахуй.
Здесь даже такого не было. Тут блокер нужен был. Тут нужно было 300 IQ всего лишь. Так там и усилки, и вся остальная ебнина, и бюли. Я понял, бля. А меня что не резать? Я просто так, бля. Что, может, там, резать? Наверное, это что, в гильдию вступить? Это гильдия дохера ДПС, там 120 ФПС, блядь, фул брюли, да, вот таких добирают. Ну, мифика видно, что пишет. Только он не видит, что он пишет. На стрим посмотри, что ты пишешь, там видно. Блядь. Видно. Бля, Равис таблетку, может, выпил, может, получше стало. Может, его взять. Только вместо кого? Вместо мифика? Он же пишет то, что он лагает, он ни хрена не видит. Кто еще есть? Лучше никого нету, блядь. У вас там есть слот? Да, блядь, есть. 60 FPS, короче, есть у тебя? Заходи. Если 60 FPS нету, нахуй, то нет слота, ебать. Требования. 10 минус 20 FPS. Комп, короче, должен быть 490, этот, видюха, нахуй. Какой там просто самый лучший сейчас? 1090. Да любой? Ну, короче, любой проц тогда. Это оперативы, сколько там надо? DDR4, нахуй. 5 планок, нахуй. Сколько там? 2. 5 по 2, да? 5 по 32, нахуй. Если меньше, нахуй, то не берем, нахуй. Короче, припоты. Биг демо вместо мифика нужно делать. Припоты, скрипт на припоты скачаешь, чтобы 2 сразу пить. Вот. Без скрипта не берем, блядь. Должно быть 500 припотов в сумке. 500 припотов минимум, блядь. Что, вы Синдра убили? Да. Синдра улетела вообще на небо обратно. Только клык не выбил я, блядь. Если бы, мне кажется, если бы я выбил клык, нахуй, мне кажется, я бы, блядь, мне кажется, проф бы не лагал просто, нахуй. Мы бы его тоже ебанули, блядь. Это все из-за того, что... Давайте. Это все из-за того, что меня, блядь, 2 дня нет, нахуй, Синдру убили, блядь, Илану с первого КД, блядь. А хули нахуй? Ты же вагонил, блядь, рейд весь, ну, подводил, блядь. Да. Это все из-за того, что было, нахуй. Вайпы, блядь. Вот, а сейчас кого свичить? Кирсори только можно свичить. Но остальные, блядь, это... Ну, предварительно пока что не знаю, кто. Мифик, ты зашел, блядь, в игру? Я зашел, но я сейчас еще пока. Не, ничего не говори. Ты только не говори, что хуёвый пинг, там вот это все не надо, не рассказывай. Лучше... У меня задержка 0 вообще. О, хорош, молодец. Задержка 0. Дело в том, что мне неизвестно, все таланты прогружаю, а у них прогрузился. Сука, лучше бы я ГП давал нахуй за слаки, чем, блядь, понимающий кивать пацанам, блядь. Да, у меня там пинг, у меня вылетело, блядь. Может, надо другую гильдию собирать? Может, две гильдии сделать, короче. Одну гильдию с лагающими челиками, и похуй на их прогресс. А на другую гильдию взять челиков, которые не лагают. Ну, блядь, а как тогда мне релить, если я лагаю, нахуй? Ну, вопрос. Ты не пойдешь в другую гильдию. А, я не пойду. Я ты помню. Останешься с нами, кто лагает, блядь. Страдать вместе, блядь. Может, гильдию переименовать в Сори подвис или в Сори завис, нахуй. Или как там говорят обычно? Щели. Щель, блядь. Щель между глыбами, ебан. Не угораю, короче, когда челики падают. Вот там еще суммонить надо. Да, это вообще пиздец. Вот так-то вот, если порассуждать. Блять, мы ловим, нахуй, глыбы, на по итогу еще и хуякс, нахуй, блять, ну, рядом их поставить не можем, щельки создают, нахуй, то есть дабл, трабл. Ну, да ты видел, служи, что было? Я вот не знаю, как у вас, но у меня это отображалось такой, такими полосками, нахуй, как будто еще дым такой, нахуй, из пола идет, я прям вообще... Туманчик, да, сверху. Туманчик. Ну, это вот, блять, слезы галлона в рейде. Я вообще охуел, нахуй.
Я еще переименовалась гильду, ты проклятие, слышишь? Я еще перебежал к столу, выпил эту хуйню, смотрю, ну, кнопка 1 стала серой, значит, нету лужи, нахуй. Пошел дальше пить. Смотрю, поворачиваюсь в столе, опять эта дымка, нахуй. Ну, это прям какая-то байка из склепа, нахуй, какая-то хуйня. Да, это все щели. Там где-то в полу щель, там, из нее выходит бумажник. А потом человек говорит, типа, блядь, меня в диване убило. Тоже щель какая-то там, блин. Потом следующий же баг, чувака в диване убило. Ну я хуй на то говорю, типа, блядь, меня убило, я был в диване. Вот, чекни, пожалуйста, уже третью неделю скидываю по косарю пятишку ИП. Начислишь, не начислишь? Да я тебе накидывал, ебаный в рот. Да, блядь, я же чекаю, что нет. Вот смотри, ты просто, когда не онлайн, ты не видишь, кто что начисляет. Вот смотри, я тебе накидывал, сейчас я перемотаю. КД у нас началось 24 числа, вот, я смотрю в журнале, вот. Так, сейчас, ОКО, вот смотри, вот начисление, которое я давал. Вот, Void, Holdrink, Святос, Шура, Песа, Мигдемыш, История, Диан, Себе, Гдем, Топор, Вист, Ражник, Укмастер, Буребай, Триалтон, Ностальгия, Свистофляга, Бенстиллер. Это все получили прям. Там кто-то два раза был, или что мне показалось? Не знаю. Ну, типа, за одну неделю один раз кидается эта хуйня. Ну, по идее. А если заранее кинуть, на следующей неделе? Да, следующий раз на следующей неделе уже. Лежит уже косарь. Да, Песа там столько скидывает, он. Мне казалось, или ты сам забываешь, я как-то писал тебе там плюс один или плюс два. Потом уже просто по КД кидаю, уже по привычке, что ты скидываешь. Ну я просто не могу накинуть там косарь или два сразу. Если, ну, так-то челик может. Не, я не про это. А где это посмотреть? То есть, ну, я вот, знаешь, этот ЕПГП, журнал, ну, так, это... Если у тебя не было онлайн, у тебя не будет. У тебя не будет это записано. Ну ты в игре, тебя нету, твой аддон не пишет. Кто начисляет, он вот я когда начисляю, только в моем журнале это будет, и у тех, кто тогда онлайн был. Ты только по количеству ИП можешь отследить. Да. Ну, типа я накинул, бля, ну чё я бы, блядь, наебывал что-то. Не, я могу забыть тут, как бы, ну это может быть такое, ну блять, по-моему я как будто. А что с щелями делать будем по итогу, то вот ИП, щелями, ладно. Я не знаю. Замазывать как-то. Ну, что-то делать, видишь, даже лужа какая-то в щелку хуяк растеклась. Так я вообще охуел, нахуй. Мне такой первый раз видел. Быстрее ты тут. Ебанара. А вчера злобный друли, как там человека зовут, вот он тоже умер реально в щель. Он просто рядом упал со мной, думаю, бах, я даже скрин делаю, думаю, ну чувака, в щель сдуло. Да, блять, по-любому клюв высунул, нахуй. Дамаг получил, нахуй. Кто клюв высунул? Ты. Не высовывал клюва. Не, он прямо. Вот мы просто за одной глыбой вдвоем стояли. Либо пиксель, либо все же щель. Его сдуло. Я прям в ахуе был. Это так. Бить-то будем, босса, или. Да нахуй надо, ты че, блин, попиздим? Или попиздим, блядь. Ну, Бенстиллера нет. Мага еще нет. Заходи. Заходи, пизди. Я зашел, думаю, зайду, поиграю. А что там, блядь, все стоят, ничего не делают. Да, травист еще, афикана. Что-то каких-то сильных нету дамагеров у нас, РДДшников. А вон Митяня, Элем, Дима. Да не, нахуй, я не знаю, как он играет. Тыловик, блядь. Ну, травист пишет 10 минут 15. Ебать, понятно. Кирсори взять на трай. Ты тут, Кирсори? Да, давай, чё? Давай. Только где Бенстиллер? Ну-ка. Он дал ранее хоть? Было это печально. Это печально, нахуй. Нихуя себе, два вара, блядь, с расколами, нахуй. Так, вот рыба. Ну, короче, ребуты сделали, сейчас, блядь, никто не вылетит.
Как бы не залететь. Ты-то не залетишь. Не, ну вроде бегаю, прыгаю, пока. Нормально. Там где кто-то пришел, блядь. Тинтек, нахуй. Алло, блядь. Пиздец. Так, Тинтек, ты шо? АФК Притон, АФК Синтек. Эй, Фидолек. Синтек у военкомат прошел. Пиздец, блин. А, кстати, Покемоныч, да, в армию ушел. Все, был пацан, нет. Серьезно? Ну, он писал в Дискорде, что он... Понял, блин. А передок, не знаю, но что, руки, ноги могли поотрывать, разорвать. И все, и не будет пацан. Митяню прощупываем, да? Притон не подтверждает готовность. Ну. Синтеков в канах. Эй, блядь. Готовь синтеку. 10 минут прошло, блядь. Уже идет пиздец сейчас. Эй, пиздец. Синтек, сука, ты где? Рано на него череп поставим, нахуй. Да, и встанем вокруг него. Давайте, окружим его. Ну и вокруг него бегать как дураки, нахуй. Поработать. Да не, именно вот так круг делаем, окружим его. Что там зайдет, нахуй? Там у него, блядь, фрезы будут, нахуй. Столько лучше. Есть масло, масло у кого-нибудь на этот, на силу атаки? Пойдешь на 10 штук. Вазелиновое масло. А ему похуй, смотри, блядь. Просто кинул. Может, он молча сидит на камере. Сука. Пиздец, весело, нахуй. Не лаги так, блядь, АФК, нахуй. Не АФК, так лаги, нахуй. Ни то, ни другое, так тогда слакать начнем, нахуй. Тактику забудем. Может, мне кажется, в этот момент из головы вытекает эта тактика, нахуй. О, жив! Все, хорошо, да. Ёбаный в рот, дайте масло. Танцы с бубном разбудили его, блядь. Силу атаки. Ты заебал, ГБ поставь. Ча, блядь. Еще 5 минут тебе масло будем давать сейчас. Где ГБ? Вот. Он стоит, ГБ. Так, масло. Так. Вот те масло. Спасибо. Че, все, победный трай, пацаны? Да. Угу. Ты, блядь, там это. Ой, самое. Я блядь сейчас как баху. Че, как делаем? Что делать? Трибуль. Да я это к девкам ходил, кушал. Девки, блядь, ПС, это тут? ПС. Треугольник встаем, если что, на переходке. Зеленый дебаф. Куклу ход идти, алло. Это по-любому вот такие лужи были, которые выросли куда-то в текстуру, нахуй. Стоп, побот, стоп. Был перевести. Стоп. Две десятых процента на боссе еще. Красного быстрее зерлить.
Так, зеленую метку. Подход и води куклу на второй плевок. Блять. Я могу только поздравить вас, нахуй. Перекат. Вадикон шел фирерисы. Много упал. Ложитесь. А Сентек что там делал? Дрочил. В уголочке. Ну что нахуй? ГЦ, блять, хули. Трай охуенный, мне понравился. Почти дошли до второй фазы, блять. Пошли лучше в две десятки. Завтра придем с нормальным настроением. Мы убьем. Берегитесь. Блять, мы можем убить нахуй. Ну что за пиздец опять начинается нахуй? Все, блять. Тут, блять, сколько мы траев сделали? 10 траев сделали, все нахуй. Расходимся, блять. Больше 10 не надо траить. Траев 5, по-моему, сделали. 10. У меня все записано. Это 10-й трай был. Блокнот записываешь? Нет, блять, details нахуй. Записывай все за меня. Ага. С Геншином шутки плохи, он все записывает. Вот сет же меньше всех дает. Ну, список пидорасов может, у меня есть. Так, может его свичнуть норовисто. Хороший, блядь. Давай, норовисто свичнем кого-то. Ну, притон, а не варику на РДТ. Или сет же, или Кирсори. Кого с вас свичнуть? Кого? Ну вот у меня, короче, жена сейчас играет в это, в Mobile Legends, и, ну, сколько команд попадалось, и все, короче, пишут, что во всех точках России что-то лагает интернет. Не знаю, ну нихуя не лагает. Американцы дедосят, блядь. Просто жестко дедосят. Так, а где там Кирсори? Что-то не вижу, нахуй. А, вот он. Все, Кирсори, протанешься там. А Бен Силлер где? Вот его вместо Хеджи еще взять. Мессель, ты тут? Алло. Он АФК. Ну, можно попробовать переводить после зеленого сразу. Мы выиграем время на третью там фазу. Мы бы на самом деле успели. Да, да, если бы не закричали. Просто там мы реально успевали. Было 8 секунд еще до красного слизня, у босса было 2%. Да, у нас спокойный. Просто в прошлый раз не хватало ДПС, с тобой хватает теперь. Ну, настраивайтесь сейчас, попробуйте какие-то брусты отдать на этот. Как он называется, нахуй? На переходку. И не забудьте забежать в треугольник, нахуй. После зеленого настраивайтесь, чтобы перевести босса. Можешь, кстати, можешь этого профа вот откинет миликов в РДД, можешь профа подвести к ним. На первой фазе там колб нету, подвести, чтобы они и зеленого добивали, и этот. И броф убили. Так. У меня банк КД, ну поставь банк. Есть хламобот у кого не в КД? Да, сейчас поставлю. Слева стоит. Спасибо. Так, тут саппорт пей. Заебал, готовность не принимает. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, значит, припод перед пулом нормальная тема будет. Можем по максимуму по боссу. Нет, в воде аккуратно, чтобы во время хода босса мы могли мельки бить.
Так, лужа. Сука, опять у тебя сфонит, блядь. Так, сейчас зеленый. Готовьте зеленого зеркать. Приведи вместе с ним профа, чтобы дамажили. Ну, как зеленого добьете, сразу это профа переводим. 4%. Дамажим, не стопаем. Там. И готовимся отходить в этот, в треугольник. Вот так мы время больше выиграли, нормально. Так, красного объем. Цель красного захиливаем. Че пельмени был? Бомбу кинуть. Можно, бомба, как блядь. Можно больше дамажим. Так, будет красный слизень в этот раз. Готовьтесь. Надо во время слизня и слизня бить и профа. То есть... Попробуй быстрее эту вторую фазу проходить. Больше времени, чтобы на четвертую осталось, на третью. Не зеленый. Зеленый? А, ну да, наебали. Значит, бьем зеленого. У нас будет каст этих луж. Выбери цель. Вот, отбегите от лужи. Вот выйдите с луж. Он прямо там выбирает цель. Теперь точно красный должен быть. Сука. Вадикон резкая притона. Быстрее дамаг терять нельзя. Притона. Уходит. Бафаем притона, бьем красного. Лужи выходим. Злобный, не лови пельмени, мы дамаг теряем. Берегитесь. Злобный шелфир, блять. Вы с пельменями ваш. Танк. Танка уронили нахуй. Ну подержите кто-то босса. Вилаш резнули, фулбаф по нему. Зеленый. Фулбаф по танку, каску, лапу, пристабаф. Зеленого убьем. Это пиздец, дичь нахуй. Лужи отходим. Они летят прям в эти. Пиздец, пилики вместо дамага бегают просто. Пиздец, проебывают дамаг. Сейчас будет красный. Берегитесь. Пельмени. Бьем красного. Выходим с луж. Вводи пилик. Еще зеленого убьем, в принципе. Потом будем переводить. 43%. Все, бьем по боссу пока. До 37 нет процентов. Берегитесь. Бьем. Так. Сейчас зеленый. После зеленого готовьтесь переводить. Так, дал плевок. Так, дамажим, выходим с луж. И одновременно вот слизня убиваем. И профа дамажим. 6% там. Все, профа фул ДПС. 1%. 10 секунд до слизня. Пельмени не словите вот эти. И готовьтесь в треугольник, кстати.
вас тесня. Блять, а там холодно. Синтек после этой хуни реснишь Геншина. А, этот злобный реснишь Синтека, Синтек Геншина. Добивайте. А мы и Вилаш и Соджи вместе реснули. А, молодцы, тогда падаем. Спасибо, что поставили колбы туда. Мне понравилось. Туда, куда люди сбегаются от зеленого. Да, охуенная тактика, мне нравится. Берегитесь. Круто. Бенстеллер тут, если что. Угу. А сколько он давал там? Сколько Бенстеллер давал? На профи. Ну, примерно топ-6 ДПС, топ-6 рекаунта. Так, давай, Седжу, я тебе отправлю почилить Бенстиллера. Возьмем и РДД все-таки. И еще и топ-6 ДПС. А ты 10 тысяч сам внизу там даешь. Дебаните ему там портал. Ну, или зайдешь в инст, там портанешься. Прикинь, сейчас кто-нибудь вылетит опять, блядь, обратно пойдешь. А, чисто туда-сюда езжу. Ты, я курьером, что ли, нанимался, блядь? Вчера 500 луж этих луж вынес. Биг Дэм, нихуя не слышно, ты бубнишь, нихуя непонятно. По-любому... Его настоящий голос. По-любому... По-любому это он не нам, блядь. Пиздит там, как обычно, вырубить активацию забыл. Ну, сам с собой. Да. Я релогнусь пока. Тыкаем на сумон. Да, красиво сдохли три тела, нахуй. На колбе, нахуй. Как деды за Берлин, да, побежали, блядь, все. Туга. Осуждаю. Может, на Берлин, а не за Берлин. Ну, смотря, наверное. Ну, у него, может, и за Берлин было. Дульзадаттен. Все по-разному, да. В данной ситуации было за. Вадикон, перезайди. Ну все, он присоединился. Притон, ты где там? Не давайте одновременно ебаный свой БР, нахуй. Шлавливые, блять, ручки, нахуй. Вы когда БР даете, озвучивайте, кто кому БР дает. Да, кстати. Так есть... проще будет. Так вон пишет же ДБМ, кто кому дал. Да, блять, там если одновременно дают, там хуй он что напишет, нахуй. Вот у меня синтека не написано. Кстати, где в этом долбанном детейлсе отключить, чтобы надписей не было, задолбали они. Вот эта чума появляется на всех, у меня весь экран в этих надписях. Это ДБМ. В текст, в этот, в окошко. Да не отключай нахуй, да и все, а то осквернение на лечении будешь видеть, блять. Потом будешь включать. Этот, рыба стоит. Готовность.